Омовение речки. Это нектар. Особенно в дождь. Особенно в плюс 3. Плюс 3, что ли? Не, ну в речке. Hare Krishna. Как вам погода? Супер нектар. Две что-то варится. И трое молящихся просто. Правильно, так и готовится. Все на молитве. Гануга Бхакти, мы вот буквально за пару минут решили, что мы уезжаем. Вот, мы ищем одного нашего пассажира. Везде, где не смотрели, везде дождь. Мы уже вообще просто каждый день дождь. Ну, вот какое бы место мы не драли там. Вот Сварупа сейчас вот. Ходил, звал. Я все, я он нашелся. Едем куда-нибудь.